Мальчик, девочка. Их родители. Одна из московских спортивных школ фигурного катания. Вступительные экзамены. Десятки тысяч пап и мам, особенно мам, мечтают о том, чтобы в семье росла своя Людмила Пахомова или свой собственный Александр Горшков, Ирина Роднина или Александр Зайцев. Сотни таких школ каждую осень принимают детей. Отбирают из тысяч желающих самых способных. Подготовительное отделение этой школы тренерам предстоит отобрать 150 мальчиков и 150 девочек. А уж как, каким сверхъестественным чутьем угадывают они в этих утятах будущих лебедей, это их профессиональная тренерская тайна. Первый выход на лед. И уже хочется прыгнуть в двойной аксель. Им сейчас по 4, по 5 лет, и их 300. Но уже через год в школе оставят только 15-20 самых способных. Остальные? Что ж, они научатся хорошо стоять на коньках и будут меньше чихать и кашлять. Рожденный в СССР Андрей Букин сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Тоже, наверное, тот самый утенок, который когда-то вот в похожей ситуации оказался, прежде чем стать красивым лебедем. Да, похожа была ситуация на вашу? Очень похожа. Тоже вот эти растяжки, да, нужно было делать? Да, именно так и было. Мама меня просто сводила к врачу, что я болел очень часто в детстве. Она сводила меня к врачу, и врачи сказали, мальчику надо быть побольше на воздухе. Знали, что мы жили на Соколе, аэропорт, там, Чапаевский парк, и через Чапаевский парк проходишь школу фигурного катания платная. Ну и шли туда записываться. Вам повезло, не надо было ехать за 3-9 дней. Нет, когда... мама выбрала самое ближнее. Мама меня всегда выбирала, чтобы я недалеко ходил. И чтобы сам ходил. Вот, поэтому ну, там, дорогу перешел. Дорогу перешел, и ты уже там... Вот. И шли, и по дороге была еще музыкальная школа. Ну, она говорит, ну, давай постучи, там, похлопай. Как раз приемные экзамены были. Я там постучал, похлопал, что-то там ля-ля-ля сделал. Ну, по классу баяна, да, вот взяли? По классу баяна, да. Ну, не взяли, они как бы приняли, но мне не купили баян просто. Поэтому родители купили мне коньки. Выбор был либо баянист Букин, либо фигурист. Видимо, так на... еще был выбор либо гимнаст Букин. Ну, гимнаст нет, это точно не было. Это просто уж мама там и пловца хотела из меня сделать, ну, чтобы не болел. Она хотела из меня сделать здорового человека. В принципе, ей так не удалось, потому что в спорт высших достижений, вот как вот эти дети, да, действительно, там отсев безумный. В те времена был, и сейчас, к сожалению, этого нет. А тогда это было ужасно. Вот моя первая жена, она занималась как раз этим делом, отсевом. Она набирала группы, у нее был каждый год где-то ну, приблизительно 120 человек. Через год у нее оставалась одна группа в 30 человек. Остальные просто отсеивались, потому что они неперспективны были по тем параметрам, которые за год должен ребенок научиться. Самое смешное, что через 5 лет из этих вот 120 остался единственный один человек, который выполнил норму мастера спорта. Все. А сейчас за счет материальных вложений сейчас, родителей? Сейчас, да? Сейчас в основном, к сожалению, очень тяжело. Есть, конечно, общество, которое помогает и много помогает. Вот Воробьёвы горы много делают, ЦСКА много делает, для того, чтобы дети все-таки неимущие могли заниматься и все-таки не так дорого и платить родителям. Но все в основном лежит на родителях, поэтому... Без родителей теперь не обойдешься. В наши времена родитель даже не появлялся близко к катку. Сейчас попробуй не приди на тренировку, сразу тренер заподозрит. А сейчас родитель сразу же начинает лезть во все дела, как так, мы платим деньги, а где результат? И начинает бегать от одного тренера к другому, искать, где лучше, где больше внимания твоему ребенку выдают. Поэтому сейчас перейти из одной группы в другую считается практически свободным.
В наши времена, чтобы я от Тарасовой хоть куда-нибудь дернулся, да вы что, меня бы, наверное, в ЦК партии бы разбирали бы. А ваши первые коньки, наверное, сложно назвать такими полноценными настоящими коньками? Это что-то было привязано к валенкам, да? Вот на пруду, как раз около Ленинградского рынка, я там первые так шаги сделал по снегу. По снегу? Ну, а там же не чистили, конечно, тогда еще. Угу. Вот потом уже, когда во дворе нашего дома мы сами своими усилиями жильцы построили себе хоккейную площадку, вот там мы уже заливали лед, и у нас там даже была какая-то дворовая команда, я был вратарем. Стоял в хоккейных этих щитках, в тулупе, в папиных ботинках. Он где-то нашел вот ботинки, знаете, для десантников, чтобы прыгать с парашюта. Они были такие усиленно, носки такие были непробиваемые, чтобы шайбе не больно. В общем, я стоял... Наверное, из академии военной просто принес для сына что-нибудь. Наверное, списали где-нибудь там, где-нибудь, да. Получил. Ну, в общем, ну вот я в этом стоял на вороте. Папа военный, надо об этом сказать. Прошел всю войну, потом долго еще служил в академии. Да, он... до последнего был ветераном, так сказать, он хотел умереть, дожить до вот, 65-летия, но не смог немножко. Но он меня, конечно, приучил к аккуратности серьезно, потому что я сейчас очень переживаю, когда вокруг меня какой-нибудь бардак, то я начинаю потихонечку нервничать. Если вот приезжаешь в гостиницу, и картина вот, висит немножко так наклоненная, я не могу, я полезу туда, я буду ее, вот хоть она на потолке, я буду ее двигать, чтобы не было... Военная дисциплина, я окантовки вот эти от папы. Да, папа у меня уже каждое утро зарядка, он свою сделает, свои брюки погладит, у меня своя зарядка в этот момент, и гладить брюки перед школой, все, обязательно, каждый день. Только после этого завтрак. А мама никак не противостояла, не сопротивлялась, не говорила, дай сыну жить спокойно, нет, нормально. Нет. Но у нас было так, что отец сказал, то делалось. Но он очень редко был дома. В общем, все остальное внимание я получал уже от мамы. И она меня учила и шить, и готовить, и... В общем, я, в принципе, вышел в жизнь, умею все. Ну, шить, наверное, в первую очередь, мама же швеей работала. Да, она швея, да. Она была профессиональной швеей, потом она сменила работу, когда я появился, она сменила работу, и она потом работала в хост-части поликлиники, которая находилась во дворе нашего дома, где сегодня администрация муниципального этого округа «Аэропорт». Ну, там же на Ленинградском шоссе. Ну, прямо вот в этом доме, проспекте.